Да, достойный двукратный абсолютный чемпионки Европы, пятикратный чемпионки мира и трехкратный абсолютный чемпионки России, заслуженного мастера спорта Арины Авериной. А сейчас Пелагея Ананова. Пелагея представляет Италию. Но справедливости ради надо сказать, что совсем недавно представляет. Да. Девочка уроженка Ростова-на-Дону и воспитанница Ростовского училища Олимпийского резерва. Восемнадцатилетняя гимнастка совсем недавно начала восстановление после травмы. Она тренируется всего месяц. И хочется, конечно, чтобы она вернула свою форму и радовала нас своими прекрасными выступлениями. И, конечно же, музыка – это хит. И очень-очень много гимнасток зажигают под эту музыку. Пелагея прекрасно справляется с эмоциями. Была небольшая ошибка. Потеря, которая оценивается судьями в 0,5 сбавка. Но амплитуда, яркость, выразительность, конечно, могут затмить эту досадную ошибку. Сложные риски выполнила Пелагея. Прекрасный образ, очень красивый купальник. Вот мы видим потерю на элементе предмета «Вертушка». Кстати сказать, вертушки, перекаты, проходы в обруч являются обязательным элементом упражнения с обручем. Мы видим ее тренера Анастасию Мишенину, которая сейчас тренирует. Все-таки, друзья, согласимся, красавица Пелагея, выступающая за клуб из Пьемонта. В этом что-то есть. Вас удивительно принимают в Москве. Что вы скажете своим поклонникам? Их так много после выступления. Хочу сказать спасибо большое за поддержку. Мне, правда, это очень помогает, очень приятно слышать. Как оцените выступление сейчас здесь? Насколько это любимый ваш предмет? У меня все предметы любимые. Я могла, конечно, много лучше сделать, но есть над чем работать. Золотые слова. Нет предела совершенству. Совершенно верно. Но ты справилась отлично. Спасибо. Мы ждем оценок, друзья. Оценка Пелагеи Анановой. 27 баллов ровно. Такова оценка. На ковер выходит Пелагея Ананова с упражнением с мячом. Контрастный образ, что очень ярко смотрится, очень стильно. Очень музыкально подобрана композиция. На сильную часть мы увидели активные повороты, фуэте. Вообще, конечно, выступать на таком шикарном ковре, в таком прекрасном дворце, это очень большая честь для всех гимнасток. И, вы знаете, такие условия
Ну, я мало где видела, даже когда выступала сама гимнастка, таких вообще не было. Вы знаете, очень многие тренеры говорили о том, что они просто шокированы красотой, удобством организации этого турнира. Для них это просто космос. Да, это не только условий спортивных, также очень красивые интерьеры дворца гимнастики. Здесь и березы, и хохлома, и другие различные стили искусства. Конечно, это все создает настроение творить красоту, творить чудеса гимнасткам на ковре. Ну и прилагать большие усилия и понимать, что это все не зря, во имя красоты. Пелагея, как считаешь сама, что получилось лучше всего в упражнении? Мне понравилось, как я сделала перекаты и как я справилась с эмоциями. А вы успеваете вот так вот на коротке оценить, что особенно хорошо получилось, а что нет? Ну, то есть это как-то на внутреннем уровне или вы все чувствуете? Ну, я же тренируюсь, выступаю и все анализирую. В процессе даже финала, получается, анализировать вот так вот быстро-быстро? Конечно. Ой, какая вы молодец. Пьемонт вами гордится, и мы тоже, что вы приехали составлять такую серьезную конкуренцию. Оценка Пелагеи Анановой 27,1. Приглашается Анна Попова. 27,1 для Пелагеи Анановой. Пелагея Ананова выступает. Пелагея представляет Италию на этих соревнованиях и исполняет булавы. Очень музыкально попадает во все музыкальные акценты. И вот коварные булавы, которые разлетелись чуть дальше, чем нужно. Группа Queen и вкрапление Дэвида Гаррета, виртуозного скрипача. Пелагея очень скрупулезно относится к своему внешнему виду. И ну, мы видим, написано Queen на ее купальнике. Что она имела в виду, группу Queen или то, что гимнастика – это королева спорта, и Пелагея – королева на ковре, когда она выступает с булавами. И то, и другое годится. Да. Вы знаете, у Пелагеи еще есть лента, которая тоже буквами обозначает ее имя. И это всегда очень интересно, когда гимнастка так выражает себя на ковре. Да, очень самокритично прошла интервью Арина Аверина. Ну, на самом деле это очень и очень интересный опыт, когда берут интервью у гимнасток сразу же после выступления. Ну, давайте назовем результат нашего лидера. Мария Борисова 36-25. На второй позиции Диана Чагунихина 35-75. А на ковре представительница Италии Пелагея Ананова. Эндрю Ллойд Уэббер, призрак оперы,
и Пелагея Ананова. Прекрасное музыкальное исполнение Пелагеи с лентой. И вот я про что рассказывала, что сделали аэрографию ленты с именем Пелагеи. Очень отличительно выделяет, очень отличает гимнастку. И это очень интересно смотрится на ковре. Зрители, конечно, болеют, поддерживают. Ну, как-то раскрасить предметы, купальники. Это возможность выразить себя на ковре. Или привлечь внимание. Это самая главная задача. Привлечь внимание. Музыкой, движением, предметом. 28,1. Такова оценка Пелагеи.